Всем привет! Сегодня третий день моего ЧЧ. На этот раз у нас станция Тайшет. Вот написано. Станция Тайшет. Время московское. Тихо. Здесь уже вечер. Плюс 4 часа в Москве. Вот я сам. О, у нас вагон, оказывается, уже последний стал. Столыпина куда-то отцепили. Все, Столыпина больше не стало. Ура! Вот, немного грустно, тихо, спокойно. Хочу передать привет, конечно же, Сереге Замаю. Сейчас он вошел в чаты, начинает наводить движуху. Спасибо, Серега, еще раз Анжелике за движуху. Иришке за движуху большое спасибо. И всем остальным ребятам, которых я знаю. Михалыч, давай, будь поразумней. Вчера, кстати, добавился некто Мишаня. Мой чат попросил привета. Вот, Мишаня, тебе большой привет. А Кири, Кири из Казахстана, тебе еще привет ни разу не передавал. Вот тебе привет с Сибири, станция Тайшет. Это за предел, можно сказать, твоего сознания, где ты вообще ни разу никогда не был. И побываешь ли? Ну, если захочешь, конечно, побываешь. Ну, и хочу передать привет еще одному человечку, который не работает с нами. Это Аурика, та самая знаменитая Аурика с Горного Алтая, которая ходит со мной в походы. В большие походы ходят, конные разные. Вот, Аурика, тебе привет. И Айвару, моему большому другу, моему большому брату с Алтая. Большой-большой привет, Айвар. Тебя, Бигзур Рахмет, что-то есть. Давай, будь всегда таким позитивным, большим моим братом. Говорю, Алекс, а я возвращаюсь в работу.